লব্ধা সুদুর্লভমিদম বহু সম্ভমান্তে মনুষ্য মর্থদ মনিত্যমপিহ ধীর তূর্ণম যতীত ন পতেদ মনুমৃত্যু যাব নিঃশ্রিয়সায় খলুহ বিষহ সর্বতঃ সাধ। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহুপাঠ্য শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বহুপাঠ সকল একচুয়ালি slightest deviation from the track что малейшее отклонение от пути нашего группы от Падмы, оно может скинуть нас с пути Баджана. Гаудия Гоштхипати, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что малейшее отклонение от пути вашего группы от Падмы, оно в итоге может скинуть вас с пути Баджана. Вы не можете понять этого, какое, то есть как можно деградировать, отклонившись от пути Гурудева. Я говорил вам, что Шрила Прабхупад сказал, что те обусловленные души, они естественным образом, они хотят находиться вдалеке от чистой харикатхи, чистого харикиртана. Это их такая привычка. Они хотят себя отградить от чистой харикатхи, от чистого харикиртана, поскольку они не хотят совершать харибаджан. И под именем харибаджана, харикатхи, они хотят исполнить свои желания, у них есть какое-то вожделение в их сердцах, но все же дается такой совет всеми писаниями, что вы должны совершать Кришна-бхаджан любой ценой. Много раз я уже говорил вот эту шлоку. Что так или иначе, вы, если у вас есть желание или нет желаний, или если вы хотите достичь мокши, мукти, освобождения, то все равно вы должны совершать Кришна-бхаджан. Но если есть какие-то оскорбления, апарати, такие как нама-апаратха, дама-апаратха и прочие, их 10 видов оскорблений. Я уже говорил, что есть 10 видов оскорблений святого имени. Если вы сможете избавиться от всех этих нама-аппаратов, то тогда это очень благоприятно. На самом деле с анартхами, говоря честно, to be frank, with anartha, it is quite impossible. С анартхами это практически невозможно поклоняться Кришне. Нанда нанда нуше Кришне. Impossible. Это почти невозможно. With anartha, I can worship Krishna. Not possible. Невозможно поклоняться Кришне совершенным образом, поскольку Кришна, он находится в трансцендентной обители. Он очень высоко, Турьям, на высших планетах, высоко. И будучи в таком обусловленном состоянии, невозможно поклоняться Кришне совершенным образом, но так или иначе нужно поклоняться, пытаться. Вчера я говорил о Бхагават-татва-вигьяне, который был произнесен Нава-йогендрами. Они говорили один за одним, и Ними Махарадж вопрошал их, чтобы прояснить свои сомнения. Если вот Ними Махарадж спрашивал от имени всех живых существ, Ними Махарадж, он спрашивал те вопросы, которые связаны с Бхагават-татва-вигьяной. И вчера я уже сказал,
что Бхагавад-таттва, она настолько уникальна, несравненно превосходна. Если одна душа, дживатма, она может понять эту Бхагавад-таттва, вигьяну, Бхагавад-дарму, если она будет практиковать какое-то время и после этого отклониться от этого пути, но все же они не падут при условии, что они не совершают каких-то тяжелых оскорблений. И поэтому я сказал, привел такие примеры, как с Вритрасурами и прочими. So, Jevai Bhagavata Prakta Upayahi Atmalabdhaye Anjaha Pumsam Abhidusham Vidhi Bhagavata Nihita Ayanu Astayo Naro Rajan Na Pramaddet Karichir Dhavan Nimillova Netre Na Skalit Na Patit. I already discussed all those points. Second chapter, 11th canto. And after that I already told 36 number slow. Kayena vacha manasa indiyairva budhvatmana va anusito svabhava karoti yad yad sakalam parasmai narayaneti samarpayetva by body mind and телом, умом, речью. All jivatma they are doing все души они совершают оскорбления. But if но by the mercy of если по милости Гуру Вайшнава они смогут развить настроение совершения Харибаджана, то в этом случае то же самое, ум, тело и речь, они будут заняты в, они тоже будут заняты в каких-то материальных действиях, какие-то оскорбления могут совершаться, но continuously for Krishna Bhajan, если они непрерывно занимаются Кришна Бхаджаном, кай, значит, тело, вача, значит, речь, и манас, это ум, ум, он занимает наивысшее положение. У нас есть пять органов чувств. But mind is topmost. Но ум он наивысший. Mind is topmost, you see. Very big, powerful. Он очень могущественен, и с помощью ума и с помощью всех остальных органов чувств, чтобы вы не делали, но из-за своих предыдущих привычек в этой жизни они у вас тоже проявляются, имейте в виду привычки, как с прошлой жизни. Но все, что бы вы ни делали, вы должны предлагать это лотосным стопам Нараяна. Все, что вы делаете, вы все должны предлагать лотосным стопам Господа. You know, everything, offering. Now, actually, many times I discuss this point. Я говорил уже о том, что материальные люди, находящиеся здесь, они полны беспокойств. Они не могут избавиться от беспокойств. Это невозможно. They cannot avoid tension. How? Why? Как? Почему? Because. Поскольку. You know, they cannot concentrate. Они не могут сконцентрировать свой ум на лотосных стопах Верховного Господа, и поэтому они беспокоятся о разных вещах, поскольку это единственное и все вездесущее. Это Адвайгьян-таттва, она пребывает во всех вселенных. И если у вас есть такое представление, такое чувство Бхава, то тогда вы сможете избавиться от всех проблем, иначе нет. Вчера я объяснял уже об этом. Вот эту шлоку. Манне акутасчит бхайам аччутасья падамбужо пасанаматра нитьям удвигана буддхер асудатма бхава вишватмана ятра нивартате бхи. Бхи means fear. Бхи значит страх.
already answered Kavi. He started with this point. Вот Кави ответил на это. Он начал говорить о том, как материальные люди могут избавиться от страха, от беспокойства. Единственный способ, если они будут поклоняться вечным стопам Бхагавана Шри Кришны. И до этого я также говорил вот об этой шлоке. Boy, where from you are getting fear? Страх откуда вы боитесь, поскольку есть адвайян татва, но у нас нет стабильности, мы отклоняемся, и поэтому от этой адвайян татвы мы отклоняемся и видим майя. От адвайян татвы, если мы отклоняемся, мы видим майя. Maya means fear. Maya значит страх. Maya means anartha. Maya значит анархия. That's why you are in fear. И поэтому мы боимся. So, vayam ditiyo vinivishata hasad. Ishad apedasya viparjaya siddhi. Ishad. Ishad means? Ishad значит. Ishad means ishad. Ishad. Case ending. Пятый падеж. Откуда? From Krishna. От Кришны. С лотосных стоп Кришны. Если мы отклоняемся. Апетасья значит, если вы отклоняетесь, то тогда lose your patience, вы можете потерять ваше терпение и все остальное. И в этом случае вы не можете находиться в соприкосновении. Вы не сможете думать о Верховном Господе. Я уже говорил раньше об этой шлоке. Шатасасадхим парамартха бхакти гьянан ча вигьяна вираг юктам. You can remember, I told you. So, you see, bhayam ditiya vinukta. So, you are getting fear because your, и вот вы боитесь, поскольку ваше сердце, ваш ум, оно все отклоняется от Верховного Господа. And и танмайяя ато будхо. Those who are really intelligent. И те, кто по-настоящему разумны. Those who are really intelligent. Те, кто по-настоящему разумны. А кто они такие? Now question is who intelligent. Вопрос, кто разумен по-настоящему. И Бхагаван Шри Кришна, он отвечает Удаве, что весь мир можно видеть, что люди думают, что они разумны, не умны. They are really intelligent. They are intelligent. They think we are intelligent. They are intelligent according to their own estimation. Что они умны согласно их собственным представлениям, но мы не думаем так. This way we cannot get certificate. That I am very intelligent. You are FRCS, London, America, getting so much degree. But Bhagavan Sri Krishna was speaking the. No, Bhagavan Sri Krishna говорит. Удав. Ишам буддиматам буддхи манишам ча манишинам ят сатьям амрите неха амрите наапнати амрит. Huh? Ишам буддиматам буддхи манишам ча манишинам ят сатьям амрите неха мато апнати амритам. Unstable body and mind you are getting. И вот вы получили такое не вечное тело, не вечный ум. А если вы сможете использовать это тело и ум, если вы хотите узнать настоящий смысл вашей жизни, обрести нектар, если вы хотите использовать ваше тело, ум, органы чувств для того, чтобы узнать о том нектаре, а что это, какой нектар, и тогда вы разумны, иначе нет, Бхагаван Шри Кришна говорит. И здесь Кави, один из Нава-йогендра, он говорит, что это состояние. After that's why. В котором находится. Танмайяя ато. Ато means that is why. This is the background. Обусловленные души и потом. This is a situation. Говорится и из-за этой плачевной ситуации, в которой они находятся, поэтому. Танмайяя ато авайет. Ато будо авайеттвам.
those are really intelligent. И вот те, кто по-настоящему разумны. Абхаджит, абхаджит mean to do bhajan. Абхаджит mean, you know. Это слово значит совершать bhajan. Асакти. From inside, they can feel tremendous attraction. So абхаджит. Bhajan means. Bhajan. Bhajan means okay. Абхаджит means. То есть bhajan как бы bhajan, если мы совершаем bhajan с великим вдохновением. Вот это называется словом абхаджит. Абхаджит. Тат бхакти кешам гурудев татма. We have to worship the lotus feet. Мы должны поклоняться лотосным стопам Гурудева всем своим сердцем. That who, what kind of Gurudev? Что за какому Гурудеву? Not ordinary Gurudev. Не обычному Гурудеву. Not ordinary Gurudev. Actually, you know, what kind of Gurudev? Мане Гурудев ататма. Мане тому Гурудеву, который сакшат хари. Кинту поворжу прия бутасья ванде гуру сичалус. Вишна чакрападжи. And also Bhagavan Sri Krishna speaking. И также Бхагаван Шри Кришна говорит, знай наверняка, что я ачарья. И кто тут ачарья? Бхагаван говорит про себя так, что я ачарья. Вот ачарья мам виджанья, что я ачарья. Что это значит? It means that это значит, что there is so tremendous love, as many loveful relation between Gurudev and Krishna. Это значит, что Гурудев и Кришна не имеют настолько близкие отношения, что они не отличны друг от друга. Вишвана Чакравати в своем комментарии говорит, что Гурудев настолько дорог Верховному Господу, подобно тому, как Амбариш. Bhagavan Sri Krishna speaking, actually, there you can find. Что вот в истории Амбариша Махараджа можно найти то, что говорится, что преданные они не отличны от меня. Их нельзя разделить. И также говорю, что Бхагавад-таттва она уникальна. Это не значит, что можно отделить преданных от их Господа, отделить Даму, имя, Лилу. Нельзя это все разделить, это уникальная, единая татва. Это означает все вместе с Господом, Его окружение, Его спутников, Его обитель, Его все составляющие, Его Лилы, все преданные, все это целое зовется Бхагавад-таттвой. Bhajan, actually, it is written there. И говорится также. Madanati na jananti naham te bhya managopi. Who speaking? Кто говорит? Who speaking? Amrish Tattva, you can remember. И вот Амбариш. Bhagavan speaking. Бхагаван говорит перед Дурвасой. Actually, big problem. О, Дурваса, смотри, что те преданные и я не отлично от меня. Ты не можешь разделить их, нас это невозможно. И ты должен пойти и просить прощения у лотосных стоп Амбариша, он мой преданный. Иначе я не могу тебя простить. И вот те, кто по-настоящему разумны, они they can try from their heart to могут пытаться всем своим сердцем искать тот нектар. But it is not a matter of joke. In search of nectar, в поиске, в поиске. We are in search of that nectar. Мы находимся в поиске того, той амриты нектара. Veda also speaks. В Ведах также говорится. Саранти амритасса путраха. О, сын амрита. Дети амриты, приходите и слушайте. Why you are going away? Почему вы уходите? Come here and see. Приходите сюда и слушайте. And try to listen. Пытайтесь слушать, и вы обретете нектар. Jesus Christ also speaking something. И Иисус Христос тоже говорит то же самое, что сын того, той амриты, того нектара. И поэтому it is unstable situation of this material world. So it is the advice
It is the advice of scripture, authentic scripture. И поэтому наставление авторитетных писаний мы должны найти садгуру. Садгуру, он Бхагаван, Верховный Господь, и садгуру, они практически не отличны, они настолько дороги друг другу, что это зовется Гурудева Татма. И таким образом дается такой совет, нужно поклоняться такому садгуру. И много раз я говорил, что если вы хотите пересечь этот материальный океан, вы должны ждать. Единственное качество, которое вам нужно, это ваша искренность. Если у вас есть искренность, то обязанность Нитянанда Баларама, чтобы привести вас к садгуру, это обязанность Баларама. Он Акар Гуру Таттва, изначальная Гуру Таттва. Или в Расататве можно видеть его как Радхарани. Но Баларам Нитянанда, это не. И это обязанность Нитянанды Баларама вести вас. Но вы должны быть искренни, и тогда вы сможете обрести садгуру в вашей жизни, поскольку это решение, обет Нитянанды. Он ходил здесь от двери к двери и говорил такие слова: пытайтесь купить меня, совершайте баджан. И Нитянанда, он решил, и это также слова Нитянанды, вот эти слова, его решение. Что полная, вся ответственность, она на мне. Единственное, что вы должны совершать, это думать о Гуранге. Я могу взять вас и помочь пересечь этот материальный океан. Вся ответственность на мне, Нитянанда говорит, что вся ответственность, она со мной. Я обещаю вам, я помогу вам пересечь этот материальный мир. Но вы должны быть искренни. И если нет искренности, то Баларам, Нитянанда, они не смогут вести вас должным образом. Но, и, то есть, ну, наша обязанность быть искренним, иначе мы получим какого-то обычного гуру, кто как бы просто гуру. То есть, ну, не какой-то там ближайший спутник Господа, а просто какой-то непонятный гуру. И в этом случае вы не сможете стать успешным в этой жизни. И после того, как вы приняли прибежище у такого сад Гуру Падпадмы, то тогда вы обретете чувство, поскольку это обязанность сад Гуру вложить его чувство, свою бхаву внутрь вашего сердца. Как я могу стать успешным? Если я предан моему Гурудеву на 100%, то будьте уверены, что Гурудев, он готов вложить свою бхаву, свое чувство в наше сердце, оно перейдет автоматически. И в этом случае, поскольку мой Гурудев, он садгуру, он хочет всегда поклоняться своему Гурудеву и Бхагавану, и у меня будет развиваться такое же чувство. Мой ум, тогда ваш ум не может отклониться от этого пути, и поэтому перед тем, как начать Харикатху, я сказал о том, что Шрила Прабхупад сказал нам, что мельчайшее отклонение от пути нашего Гуру Падпадмы, оно в итоге скинет вас с пути с баджаны. Как это возможно? Да, возможно. Даже малейшее отклонение. Вот, если вы смотрите, что Гурудев ваш, ну, как бы немножко вы не следуете ему, то по Сиддханте Гурудев говорит одно, мы другое делаем, то вы не сможете стать успешными. Вы полностью должны, ваше сердце должно находиться в абсолютной гармонии, сердце Гурудева и сердце ученика.
И в этом случае вы сможете стать успешными. И вот материальный пример на эту тему я говорил, что если провести вот есть две линии, которые пересекаются под определенным углом, то можно видеть этот конкретный угол, под которым они пересекаются, неважно какой. Может, этот угол, он практически нулевой, но... Ну, то есть внешне нельзя найти, что две линии, они могут быть практически параллельны. Если так невооруженным взглядом посмотреть, они практически параллельны, но если посчитать, то все-таки они когда-то пересекутся. Или, ну, с одной стороны, и разойдутся, вот, с другой, соответственно. И этот угол, ну, это градус отклонения от параллельности может быть очень мал, но если эти линии их провести до... Но если их провести, скажем, до бесконечности, то увидим, что это отклонение, оно будет увеличиваться постоянно. И в итоге можно найти, что громадное отклонение в конце. То есть, хотя вниз сначала не видно, что они как-то расходятся. И это расхождение, но этот угол может быть настолько велик, что может быть равен диаметру этой Земли. И таким образом, этот пример показывает, что если мы чуть отклонились от пути, то в итоге это отклонение будет все больше, больше и больше. Хотя сначала вроде там совсем немножко. Then ultimately you are going to throw your body. Huh? So this way actually. И вот таким образом. But Gurudev Tatma, the Sadguru, Sadguru, always can engage in Kalikatha Kirtan. Всегда занять вас в Харикатхе и в Харикиртане, поскольку в Кали-югу никаких других путей баджан неприменимы. Даже если вы попросите кого-то поститься, люди все равно не смогут поститься, они будут есть какие-то фрукты, плоды, и поэтому в Кали-югу главный вид баджана совершать харикатху и харикиртан, но для этого харикиртана, то есть не обычную харикатху и харикиртан, а ту харикатху и харикиртан, с помощью которого вы можете обрести силу. You have your money, you can buy cassette and DVD, everything. То есть то, что. But not that you are going to get power. Преподносится под видом харикатхи, это не с помощью всего мы можем обрести силу. И вот 11-я песнь Бхагаватам, там она самая научная. Если вы не сможете осознать все, что там описывается, то это плохо. И все признаки саду, как они живут, ведут свою жизнь, как поклоняются и прочее, здесь все описывается. Я это кратко буду обсуждать, но все же вы должны зависеть от харикатхи и харикиртана в Кали-югу. Все шастры говорят об этом. Все Чайтанья Махапрабху тоже говорит. То же самое, что вы должны совершать Харинам Санкиртан. И Бхагавад Катха – это тоже Санкиртан. И Джива Госвами Пад. Он дает нам такую сиддханту, что любой баджан, который бы вы не совершали в Каликал, Кали-югу, Джива Госвами Пад пишет, что любой из 64 видов преданного служения
И среди них девять главных вот, Шраванам Киртанам Вишнусмаранам. Я говорил об этом уже. И среди них Шри Чайтанья Махапрабху он выделил пять, поскольку он знал, что мы очень слабы, и хотя бы пять нужно совершать. И среди этих пяти или девяти или Шри Чайтанья Махапрабху говорит, вот эти слова. И вот Чайтанья Чайтамрити говорят эти слова. Если следуете одной анге, как Шравану, слушанию, или киртану, если вы совершаете киртану всем сердцем, как вы гурудев, но тринадапи должно быть. Если нет смирения, настоящего смирения тринадапи, то тогда вы не можете совершать настоящий киртан. Это тот киртан, он его не сможет принять Шри Чайтанья Махапрабху, если вы совершаете его без чувства тринадапи, поскольку какова наша наивысшая цель? Для того, чтобы Господь был доволен, не для того, чтобы какие-то люди-слушатели были довольны, а чтобы Господь был доволен нами. То есть можно видеть, что многие совершают киртан или харикатху для получения славы, имени, каких-то денег и прочего. И в этом случае вы не сможете стать успешными, поскольку ваша цель, она получить какие-то имя, славу, деньги, какие-то материальные вещи, то есть вы это и получите. Но Кришна Прему, которая очень сокровенна, очень труднодостижима, вы не сможете ее получить. И вот сейчас вы должны приблизиться к Садгуру и должны слушать харикатху от него, и тогда вы можете обрести силу и привычку совершать санкиртан. Джива Госвами говорит, что любую форму бхакти, если мы совершаем шраван бхакти или киртан бхакти или смаран бхакти, любую. Джива Госвами Пад говорит, любой вид баджана, который вы практикуете, и нужно совершать его под руководством санкиртана. Яддапи вот в Кали-югу, если вы совершаете любой баджан, но он должен совершаться через санкиртан. Санкиртан, через санкиртан вы должны совершать баджан. Без санкиртана вы не можете готовить, вы не можете даже очищать храм. Без санкиртана вы не можете ничего не делать. Если, а когда слушаете, есть санкиртан, он автоматически происходит. И умом вы также думаете о Кришне, и таким образом нужно любые формы бхакти совершать с помощью санкиртана. И вот когда Гурудев благословит вас, подобно тому, как Ишвар Пурипад по благословению своего Гурудева, он получил такое же чувство, как у Мадхавенды Пури. Мадхавенды Пури, он всегда воспевал святые имена Господа, и он тоже получил это чувство, и он дал тот же совет Шри Чайтанья Махапрабху. Вот в Варанаси, когда Шри Чайтанья Махапрабху говорил с Майавади Саньяси, он был великим ученым того времени, Пракашананда Сарасвати. И вот Махапрабху, он хотел рассказать о самой сокровенной сиддханте, и он был вынужден принять эту сиддханту. И этот Майавади, он был ачарья среди Майавади. Он не ачарья на самом деле, ачарья — этот термин, он не применим к никаким майавади, шактам и прочим. Может, они могут возмущаться, но я могу свидетельство привести.
что у вас есть свобода говорить то, что вы хотите, но согласно шастрам это не одобрено. Ачарья, он должен быть вайшнава. Это говорит Шрила Бхакти, он такого, такова Сиддханта Ачарья. То есть если человек не вайшнав, он по определению ачарья не может быть, поскольку ачарья значит ачар, он поведение, то, что предписывается Бхагавад-дхармой. Но вы шакта. Может, кто-то зовет вас гуру, но это невозможно. И вот, согласно писанию, аналитическому изучению писаний, то вас ачарьей нельзя назвать из какой-то другой, как сказать, другого учения. И Шрила Бхакти он такого говорит, кто гуру, он и вайшнав. If A equal to B, if B equal to C, if C equal to D, then must be equal to simple logic. Equal to something. 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 Equal to этому Майавади Саньясу, Саньяси, и этот Майавади Саньяси спрашивает, что ты Саньяси в нашей Сампраде. И этот Пракашананда Сарасвати спрашивает Шри Чайтанья Махапрабху, что ты с нашей Сампраде. Поскольку ты принял саньяс от Кешава Бхарати, но внешне Кешава Бхарати Майавади, внешне, но внутри он полон преданности. Никто не знает. Можно видеть то, что Кешава Бхарати, он... Internally you can find full of bhakti. Otherwise, why Chaitanya Mahaprabhu? Внутри он полон бхакти. Почему же? Иначе почему Махапрабху пошел к нему? Он даровал ему свою полную милость и явил такую лилу, что он принял саньяс от него. But it is written. Но говорится, Шри Чайтанья Махапрабху благословил его, и тогда эта лила случилась, что он получил мантру от него, саньяса мантру. И вот Пракашананда Сарасвати спрашивает, что ты с нашей сампрадаи, мы знаем. Но почему ты тогда танцуешь, поешь? Почему это происходит? Поскольку в нашей сампрадае это такая практика, что люди приходят, сидят в одном месте и слушают Майавад Виданту. Но мы находим все наоборот с тобой, ты танцуешь, поешь. Почему это? Почему ты не... придешь к нам слушать Виданту, и Шри Чайтанья Махапрабху, он начал разрубать его аргументы. И Шри Чайтанья Махапрабху говорит, на самом деле мой Гурудев, он однажды сказал, что я недостоин для Веданты, и поэтому ты повторяй Харинам, совершай Санкиртан, этого достаточно для тебя. Чайтанья Махапрабху сказал так. И после этого Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что перед Гурудевом я говорю, о Гурудев, какую мантру ты дал мне, я повторяю ее, повторяю, я схожу с ума. Шри Чайтанья Махапрабху говорит это тем Майваде. И вот здесь говорится. И вот когда получил, то есть, когда вы получите мантру дикшу от возвышенного вайшнава, от Гурудева, от Садгуру, то тогда Гурудев он дает мантру,
какую манту, которая полна силы, биджа, силы внутри. Поскольку без силы смысл получать какие-то мантры, они не будут действовать должным образом. И вот Кави говорит, и вот когда вы можете принять садгуру, садгуру, он дарует вам свою полную милость, но вы должны быть искренни для этого. И согласно Бхагавад Сидданте, я уже сказал, что я сказал. Говорится, что нет никакого секрета, который Гурудев не мог бы рассказать своему настоящему ученику. Садгуру, он может сказать абсолютно все, он может открыть свое сердце, все сокровенное бхаджана своему садшишчи, истинному, настоящему ученику. Но если он не искренен достаточно, то соответственно, нет. И здесь то же самое. То есть, и какая же обязанность ученика это совершать? Санкиртан всегда непрерывно. यातानुरागदुतचित्तोच्चै हसति अथो रोदति रोति गायति उन्मत्तवद् उन्मत्तवद् नित्यति लोकबाह्यः दिस अ कंडीशन ये तो такое условие и вот этот садшишья он подобен Гурудеву он также начал повторять мантру с этим мантру с огромным вдохновением его сердце растаяло и And sometimes laughing, иногда он смеялся, sometimes shouting, иногда sometimes crying, плакал, sometimes dancing, иногда танцевал. Это таким образом он с чувством, с бхавой, он так совершал санкиртану. Приянама значит Иштадев. Как вы поклоняетесь. Gauranga speaking, you must speak Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. So Priyanama Kirta means Priyanama Kirta значит ваше поклонение Господь. Повторите имя вашего поклонения Господа. И когда вы повторяете его имя, вы теряете контроль над собой, вы иногда там танцуете, поете. И как Шри Чайтанья Махапрабху. И слезы бегут у вас из глаз. И прочие признаки. Outside people, what they can think, what they can do, what they can do. Посторонние люди, что они могут думать о вас, либо критиковать, то вам совершенно все равно на их мнение. То есть вы находитесь в таком экстатическом чувстве, которое придет в ваше сердце. И это значит, что вы достигли такого успешного состояния ученика. И как можно понять, что я стал настоящим учеником Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа? Как это понять, если вы можете найти, что все качества, которые имел Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, если они явились в его ученике, то это он и есть настоящий ученик, иначе нет. И вот это автоматически происходит. All same taste, same quality, same desire, same вкус, такие же желания, такая сиданта, все проявится, как в Гурудеве, и тогда вы достигли успеха. And you are dancing, singing, there is a topmost success in your bhajan. It is expected. Why you started bhajan? Это ожидаем обрести это, поскольку для чего мы начали бхаджан? Для того, чтобы найти Кришну, тот нектар. Шридхар Госвами Махарадж написал такую книгу «В поисках Кришны». Мы все, я уже сказал в 10-й песне Бхагаватам, когда гопи потеряли Кришну, они сошли с ума.
они начали плакать и искать Кришну по всему, ходя из одного леса в другой, они звали его: «О Кришна, куда ж ты пропал?» И в Бхагаватам это описывается, что те гопи, они ходили с одного леса по другому, по разным лесам и искали, где же Кришна. И мы также находимся в поисках Кришны. Когда вы оставили ваш дом, для какой цели? Вы саньяси сейчас, либо брамачари, либо парамахамса. Но мой вопрос, зачем вы оставили ваш предыдущий дом? И тогда вы можете сказать: «Махарадж, мы хотели совершать Кришна Баджан», это значит в поисках Кришны, но сейчас чем вы занимаетесь, когда вы оставили ваш дом, вы начали с того, с той цели, чтобы найти Кришну, ваше путешествие на пути к духовному миру в поисках Кришны. Но сейчас чем вы занимаетесь, ищем какое-то положение, уважение, деньги, то есть отклонились от нашего пути. То есть изначально наша цель была найти Кришну, а сейчас мы ищем что-то другое. И таким образом, день за днем мы деградируем. И это не должно случаться. И вот так или иначе, Кави говорит, что тот преданный ученик, который принял прибежище у Садгуру, Гурудев благословляет его. И по его благословению, эта баба чувствует Гурудева, она является в его сердце. Это один из признаков успеха. И после этого Кави говорит, что вы можете обрести все. Прападдаманасьо ятхаснатаха сутушчи пушчи кхутпайо анугасам. Бхакти, devotion, action, преданность. Вы хотите что-то сделать для Гуру Вайшнава Бхагавана все время. Вы хотите сделать какое-то служение. Это называется бхакти. Бхакти не значит, что вы сидите в какой-то кондиционированной комнате и просто повторяете. Бхакти значит посвящение. Вы должны отдать себя для преданного служения. Вы должны постоянно делать что-то для Господа, для вайшнавов. Вся наша Гурварга, Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Кешава Госвами, Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Свами Махарадж в таком пожилом возрасте, столько энергии они предлагали. Он сам готовил, когда он был на Западе, готовил сам, предлагал Господу. Такая была у него тяжелая жизнь. Он печатал журналы, сам их раздавал. Где делал все сам, и также вся наша Гурварга, и сколько энергии они посвящали этому всю свою жизнь. Все, что у них было в их жизни, они все это посвятили для Кришны. И тогда они достигли успеха. А мы не готовы посвятить нашу энергию. И вот если есть какой-то бхакти, то с этим бхакти вы можете получить чувство. Парашану бам, значит, это чувство о Верховном Господе. Парашану бам, значит, пара, значит, совершенное иша. То, что связано с Кришной, анубаваха, чувство. So, bhakti hi parishanubhavo viraktir annatra chaishatriko ekakalaha prapaddamanasho yathasnataha shu tushti pushti khutpayo anughasam.
You can get all both at a time, all at a time. Можете обрести все сразу. And at the same time, you can develop. И в то же самое время вы можете развить непривязанность. But still, you are getting the attachment. Marajani. Then we cannot agree. It is not science. То есть, если у вас есть привязанность к каким-то материальным вещам, это плохо. Поскольку, когда у вас есть бхакти, непривязанность, она отречение, но естественным образом проявляется. Анатра, значит, вы будете чувствовать притяжение Кришны, это хорошо. Но если ваш ум отклоняется от Кришны, какие-то другие, если вы думаете о что-то ином, кроме Кришны, то это зовется майя. So bhakti parishan bhava virakti ranatra chaicha eshati ko ek kalaha prapadda manasya, those who are 100% inclined, prapadda manasya, преданы. Yathasnataha. If somebody is very, very hungry, очень голоден, например, три дня ничего не ел. Если вы сейчас накормите его, он может ли это? С такой, как сказать, асакти. С таким вдохновением, желанием будете есть, например, если вы. Когда вы не ели три дня и так едите просад. То постепенно вы чувствуете насыщение, и ваш желудок наполняется, и ваше тело, оно также наполняется энергией. И вы чувствуете, что это происходит, way, это, как сказать, одновременно. Тогда вы уже не чувствуете жажды и голода. И каждый кусок пищи, с которым вы едите, с каждым кусочком пищи, ваш голод утоляется, тело насыщается, и вы получаете удовлетворение. То есть просад нужно есть, как сказать. Просад нужно просто есть, а не просто прислонять его к голове, к спине или еще к чему-то. От этого вы насыщение, удовлетворение не получите. И вот в следующей шлоке говорится. Take prasadam and keep here on head. То есть просад, ну нужно просто есть, а не прикладывать к голове там, к спине или еще к чему-то, подобно тому, как дерево. Нужно поливать корень дерева. If you are giving responsibility to give water to trees, you can give water there in root, not there up. Не листья, не цветы, не плоды, а корень дерева, и тогда. И тогда все дерево будет насыщено. И вот Кави отвечает. Nimi Maharaj again asks the next question in front of Khavi. Second Navayugendra, you know? Second Navayugendra. Out of Navayugendra, second Yogendra, Kobir Habir. The first was Khavi, the second was Khavi. Khavi Habir, Uruvacho, Raja first putty question, Atho Bhagavatam Bruto Yad Dharmo Yad Drisho Ninam, यथा जथा चरति यद् ब्रुते ज्वैर लिंगोइर भगवत प्रिया. How we can know some devotee is following exact какой-то преданный, он полностью следует Бхагавад-дхарме, какие же признаки этого? You have to see, speak all the symptoms of Bhagavad-dharma.
And how we can understand that the рассказал о признаках Бхагавад-дхармы. Теперь прошу тебя рассказать о тех признаках, какие симптомы, признаки тех, кто следует этой Бхагавад-дхарме. Те, кто практикует Бхагавад-дхарму, что они говорят, что они думают. И вот вопрос. The question of Nimi Maharaj. Nimi Maharaj хочет знать. Он спрашивает, какие признаки. Now actually, Havi answering Sarva Bhuti Suja Paschet Bhagavat Bhava Vatmanaha Bhutani Bhagavati Atmani Esha Bhagavat Attamaha. He is actually Bhagavat Attama, topmost Bhagavat. Who can look, see Ishtadev everywhere? И вот говорится, тот, кто видит своего поклоняемого Господа Иштадева везде, куда бы он ни смотрел, он может видеть своего Иштадева, поклоняемого Господа. He can feel inside me. Everything is there. Может чувствовать, что внутри вся вселенная. Он может. Но то, что видит своего поклоняемого Господа Бхагават Бхаву, он чувствует. Он видит всю вселенную в связи с Верховным Господом. У него нет такого материального, как сказать, материального представления. Bhutani Bhagavati Atmani Esha Bhagavat Attama, it is called Bhagavat Attama. И это зовется Бхагават. Or second stage, второй уровень Матхиматхикари, как можно понять. Ишваре Таданешу Валишешу Дисасу Ча Према Майтри Кипопекша Якарати Свамаддама. How you can understand Madhyamatikari? Как можно понять, узнать, кто Матхиматхикари? Вот тот, кто Balisheshu, Balisheshu, Dishasuja. Ishware in Supreme Lord. Тут Верховный Господь. Ishware is all for devotees. Или преданные. And those who are ignorant people, for them respectively, they can get prema, kripa and upeksha. You know, Ishware in Ishware. Tathodin minto for devotees and those who are Balish ignorant. For them, he can. You can find three kind of treatment he has given. То есть он по-разному относится к обусловленным душам, к преданным и к Господу. You know, people. Это Матхиматхикари. According to their grade. Согласно, то есть. Suppose he's meeting one nice devotee. Уровню, вот там, например, стоит какого-то прекрасного преданного, поклонится ему, совершит какое-то поклонение, или если он Toward Ishwar is already you have tenacity, love. Ishwar prem for Ishwar prema, maitri friendship we can grow with you know all devotees nicely, equal. То есть он может дружить, относиться равно к преданным и таких, как сказать, а те, кто невежественны, он может благословить их. Поскольку они не знают, что к чему он может помочь им, но те, кто против Гуру и Вайшнава, для них он их, как сказать, избегает, тех, кто против Гуру и Вайшнава. То есть эта шлока, она по-разному описывается, но так или иначе, после этого Каништа-адикари, как что с ними и как? Пракрита-бхакта, Каништа-адикари, это те, кто по совету Гуру Вайшнавов поклоняется Бхагавану. Арчая-мива-харае, они поклоняются
но со своим сердцем они не могут. У них нет такого. Но для преданных, то есть они Господу как бы поклоняются, но преданным они не могут выразить должное почтение, поскольку они не знают, как выражать преданным должное почтение. И вот для всех обычных людей, то есть он не может, то, что он не может выразить должное почтение. So Archaya Meva Harij Pujam Yasadai Yati. Archaya Meva Harij Pujam Yasadai Yati. Nata Bhakti Shu Cha Nesu Sva Bhaktaha Prakitas Sitaha. So I speak actually 45, 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 45
everything as a prasadam, тот, кто принимает все как милость, как просад, тот, чье сердце не чувствует вожделения, тот, кто смотрит на весь мир как проявление Вишнумая, то... And also it is written, Dehendriya pranamayo mano dhiyam yo janma payakhut bhayotar sakrchay sansar dharma rabimujchamanas nitya hari bhagavat padana. Very vital point. И вот это очень важно. Смотрите, Парикшит Махарадж, он вообще not at all angry. Не был гневным. Он никогда не гневался, он не, не видели никогда, чтобы он так потерял терпение из-за голода, жажды, но как это случилось, что это случилось однажды, он Махабхагавата. Но здесь говорится, by body, mind, and you know, умом, телом и другими органами чувств, разумом, все. Он думал о Верховном Господе и не был занят какими-то внешними вещами. Он никогда не чувствовал голод, жажду, страха и других проблем. То есть он никогда не беспокоился ими. Это зовется Махабхагавата. Сейчас и вот те, кто совершает действия ради их плодов, то они получают результаты соответствующие, но те Махабхагаваты, у них нет такого компенсирующего фактора, то есть они не получают результаты своих действий. Внутри своего сердца, ума нету ни семени, ни капли вожделения. Но кама карма бижанам джасачатеса самбаваха басудевайка нилая савай бхагаваттва. So many arguments. И вот так много здесь приводится свидетельств. И, final I am speaking, 53. И суть в чем? В том, что если все богатство всех этих трех миров сварили, под Патала и этой земли, если вы хотите предложить Вайшнаву, то Вайшнава не заинтересован в этом. Здесь описывается. Он не заинтересован в этом. Он, вы, настоящий Вайшнав, можете проверить его, все, что приходит.
к ним, они принимают это без привязанности. Нет никакой привязанности. Вы не можете поверить в это. Если вы достигнете этого уровня, то тогда вы осознаете все. Я видел в моей жизни перед Гуру Махараджем, какие-то люди посторонние приходили с Америки, они так много денег приносили Гурудеву, а Гурудев, он просто прикасался к ним и отдавал это к этому кассиру на хранение. И я видел разные саду, не только в нашей сампрадае, в других сампрадаях также. Они совершают баджан. Кто-то приходит, какой-то богатый человек, приходит к этому саду, кланяется ему. И вот принес вам вот все, что там. Пожертвование какое-то. Вот целый ящик денег. И вот ну, Сада говорит, вот отдай ему, он служение займет. Он даже не, даже нет никакой запаха привязанности. Вы можете посмотреть на настоящего гуру Вайшнава. Они настолько не привязаны. Это случай с Амбариш Махараджи, Парикшит Махараджи, со всеми. Они повелевают всем миром, но у них нет ни капли привязанности к этому. Но если у вас есть какая-то маленькая квартира, вы уже гордитесь, что вы такой, как сказать, богатый. Если у вас там есть каких-то 5 миллионов рупий в банке, вы уже тоже сейчас страшно гордитесь, что вы такой богатый. Но гуру Вайшнава, они не совершенно не привязаны к деньгам. Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, например, он строил храмы по всему миру, но не был привязан совершенно к богатству. И тот, кто лучше из вайшнавов, если вы предложите ему богатство всех трех миров, то он все равно не отклонится от пути духовного. И вот разные признаки, описанные Хави. Он говорит о признаках преданных, как можем понять, кто есть кто, что такое Бхагавад-дхарма, кто следует Бхагавад-дхарме, как все понять это, и это все по категориям объясняется. И вот царь Ними Махарадж, он спрашивает, я хочу узнать о том, что такое майя. И вот Ними Махарадж в третьей главе говорит. Парасо Вишну Ришасо Майинам Упи Махиним Майям Бедитуми Чхаму Бхагаванто Брубантуна. Парасо Вишну, Эджали Вишну Майя. И вот Вишну Майя. Парасо Вишну Ришасо Майинам Упи Махиним. Мы слышали, что майя Кришны настолько сильна, что никто не может избежать ее. Даже те, кто может контролировать майя, но все же они могут иногда как сказать, иногда растеряться, как, например, Риши Муни, они все знают, но бывает, забывают. И здесь говорится, actually, this meaning is not actually perfect. I think. И вот это. It's not Vishwanatha Chakravarti's commentary. Несовершенный комментарий Вишванат
вот комментарии тут не совсем совершенны. Здесь говорится, что те, кто майявади, они не могут майю победить. Но это естественно, что это не сиддханта, поскольку майявади, они уже в майе. На то они майявади, как они могут майю победить. Но Но значение более глубокое, правильное такое, что те могущественные личности, даже они могут впасть в забвение под влияние майи. Как Баладев, например, в течение года не мог понять, почему это происходит. Гомата interested about the latest calf. Вот. Living and running for that. Вот Баладев думал, что когда Кришна, когда Брахма похитил телят и пастушков, когда у коров рождался следующий теленок, то эти коровы, они обычно привязаны, более привязаны к младшим телятам, но тут они почему-то были привязаны к тем, которые были в форме Кришны. И вот Yes. Кришна, у него есть сила, сила воли, а все остальное делает, совершается Баларамой. Вся дхамма, все остальное совершается Баларамом, а у Кришны только есть сила воли. И вот Ними Махарадж спрашивает, что мы хотим узнать о майе. И Бхактивинода Тхакур говорит очень прекрасно, что значит майя. What do you mean by Maya? Bhaktivinoda Thakur very nicely explained. Many times I told you, forget actually. Я уже говорил много раз до этого. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что из Сваруп Шакти, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит таким образом, из Сваруп Шакти есть другая Шакти. Мы думаем, мы чувствуем, что есть какая-то другая Шакти. Бхактивинода Тхакур говорит, и кроме Сваруп Шакти нет другой Шакти, Сваруп Шакти она изначально. Но кроме Сваруп Шакти есть другая Шакти. But without that Sarup Shakti, it has got no existence. Сваруп Шакти та не имеет своего существования. Она зовется Майя. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Сваруп Шакти это есть Шакти, нет другой Шакти, но кроме Сваруп Шакти мы чувствуем, есть еще какая-то Шакти, какая-то энергия. Но без этой Сваруп Шакти, вот та другая Шакти, она не может существовать. Это зовется тенью, ее тенью. Тенью Сваруп Шакти. Sarasvati, her shadow is there. Chaiva jasya bhuvanani vivarti durga. Srishti sriti palaya sadhana sakti reka. Chaiva jasya bhuvanani vivarti durga. И вот в Брахма Самхите говорится вот об этом определении майя. И Бхагаван в Гите говорит, что избавиться от майя невозможно. Бхагаван Шри Кришна говорит, вы не можете сражаться с моей майей. Никто не может пересечь океан, этот майя, он бесконечен. Майя, она бесконечна, да. Майя, она бесконечна. Если Сваруп Шакти бесконечна, то ее тень тоже бесконечна. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите, никто не может пересечь мою майю, но те, кто пришли ко мне и приняли прибежище у меня, они преданы мне на 100%, то только они могут избавиться от влияния майи. Но как это возможно, что кто-то может прямо к
принять прибежище у стоп Кришны, разве это возможно? В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, те, кто принимает прибежище моих лотосных стоп, они могут пересечь этот океан. Но как это возможно, что я просто возьму и приму прибежище у стоп Кришны? Сиддханта такова, что нужно принять прибежище у лотосных стоп преданного Парамахамса Гурудева, и тогда автоматически ваша преданность лотосным стопам Шри Кришна она исполнится. Если вы достигли совершенства в преданности Гурудеву, то преданность Бхагавану она исполнится автоматически. So now I like to know Maya. И вот сейчас я хочу узнать о Майе. И вот Антарикша отвечает. Но подробно времени у меня нету обсуждать, поскольку нужно бесконечное число времени, чтобы слушать все. Но все, что описывается в Бхагаватам. Now actually, Antariksha speaking. И вот Антарикша говорит, что весь creation, все творение, разрушение, на ком оно находится, на Бхагаване. Сришти, creation. Сришти это творение. Стхити, поддержание. And sister city pralay, pralaya разрушение. This way is maintained by Bhagavan. Поддерживается майя. Those who are mayavadi, и те, кто майявади, they are speaking. Они говорят таким образом. They are speaking nice philosophy. Mayavadi. This mayavadi. И вот майявади говорят, если есть, нет вообще никакой материи самсары, да. Они говорят так, что нет самсары, то тогда, а что это, что есть? Это подобно магии. И майявади говорят так, что это какая-то магия, и как это возможно? Они говорят, что подобно... Like one rope, I already told you. Second canto, I will discuss in detail. Змеёй и верёвка. Я говорил это уже во второй песне Бхагаватам. И вот. Чатусрога. Гьянам парамам гуджям вияд бигьяну саманнитам сарасам таданган чагьяну гадитам майя яванахам ятхабхав яд рупагуна кармакха татайвади татта бигьяна мастутте маданукраха Ahom evasa mevadri nannadja sahasat param paschad aham jadichachujavasisudosmiham ritiyartham jatpatiyetuna pratiyetuchatmani tadvidvat atmanamayam yathavasujatatma yathamahanti bhutani bhutesu ucchapachishyonu pravishthan pravishthani tatateshunatishuham itabane vajigyasam tattajigyasunatana annayatirikabhyam jatsatsakutu Esa. И вот это четвёртый Бхагаватам, и там я уже сказал, что майявади говорят, что во тьме, если мы увидим веревку, и вот если вы проходите через это место, можно принять ее за змею и испугаться. Но это не змея, а веревка, которая... Под влиянием ветра она может как-то двигаться, но во сне мы можем подумать, что это змея, но это не змея. И вот майявади говорят, что это их материальное существование, оно невозможно. Но это просто глупо. Только Брахма. Вот из тех слов, что Брахма, когда искажается, то это происходит. Но вайшнавы, они говорят, что невозможно так. Брахма никогда не может быть искажен, поскольку... Как можем надеяться, что Брахма может исказиться?
как что-то такое. Нискалам. No, stainless. Брама, он безупречен. There. Нет, нет ничего, он чистейший. Как возможно, чтобы он исказился как-то? И Махапрабху приводит пример Сарвабхаум Бхаттачарья и другие майявади саньяси в Варанаси. И вот это Бхагават Майя, вся Вселенная исходит из этой Бхагават Майя, не. Это не так, что Бхагаван Брахма Таттва искажается, нет, это Майя Викар. Это Викар, как сказать, трансформация Майя. Но они не думают так, майявади думают, что это из-за Brahma become другого. This way. То есть Брахма искажается. Просто и вопрос другой возникает. И вот царь спрашивает, как пересечь эту самсару. Сансару тапо нистапто марту мартахас таттапа бхешаджам. Can you speak? Можешь ли ты сказать? He is speaking actually. Second question. И вот второй вопрос. Нану триппе юшам, юшмат бачу харикатамит. I am not at all satisfied by hearing your harikatha. Я недоволен. You are speaking and speaking, I am growing my, you know. Царь говорит, ты говоришь харикатху, но я не удовлетворен. Я. My desire to hear more and more. Возникает желание слушать больше и больше. I like to hear more and more. Я хочу слушать больше и больше. You are speaking very nice katha, harikatha. I am not satisfied. Also in Bhagavad, first canto I told. И также в первой главе Бхагаватам я уже сказал о сута. We are not, you know, satisfied. Я недоволен. Продолжай. Go on speaking. Продолжай говорить. Bayam not vitti pyam uttam sloka vikrame jasennatam sadhu jnanam jat sennatam sadhu sadhu pade pade. Jat sennatam, I speak all the time. So, bayam not vitti pyam uttam sloka vikrame. We are not satisfied. You are going on hearing, we are speaking. Ты говоришь, но мы слушаем, но. Jatshannatam rasagyanam sadhu sadhu padi padi. You are describing, we are hearing. Ты описываешь, мы слушаем, но раса. А пакита раса. Мы. И но чем больше ты говоришь, тем больше у нас возникает желание слушать. This is the. И это. You know. Condition you should feel. Это вот состояние вы должны достигнуть и чувствовать его. И следующий вопрос: как пересечь океан самсары? Можешь ли ты сказать способ такой лекарства, с помощью которого мы можем пересечь этот материальный океан? И тогда то же самое. Я подробно не буду говорить. Харинам, 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 и кевалам, кало унасте, ванасте, ванасте, умтра. Almost same thing. They actually, he is speaking actually. И вот Антарикша говорит, те преданные, когда вы принимаете прибежище лотосный столб чистого преданного, кто совершает харикиртан, харикиртан. Вы даже слушать это, обсуждать, как вот Капил Муни, например. И таким образом Капил говорит, что когда я прихожу к преданным саду, is the benefit.
So when one devotee coming in front of another, they speak with each other. И вот когда один преданный встречается с другим, они обсуждают эту харикатху. И с помощью, если вы будете воспевать святые имена, то вы сможете избавиться от влияния майи. If you can go on here, и если вы будете слушать харикатху, харикиртан, то тогда, когда вы слушаете Бхагавад-катху, киртан, вы сможете избавиться от влияния майи. Это кратко. Иначе так много всяких не... Майя значит отклонение. There is one in unique tattva. Но есть одна уникальная татва, но вы находите какие-то отклонения. All your Maya, Maya, Maya. Это все Maya. Nothing there. Нет ничего. There is one unique tattva. Есть одна уникальная татва, это Адвайян татва, но вы видите, что все что-то иное. Вы должны видеть это все, единую татву, хотя внешне оно отличается, но все же вы должны видеть это все в связи с Кришной. То есть просто ненавидеть как майю — это не решение, нужно видеть все, весь мир в связи с Кришной. Это кратко, если. Then you know what is Maya. И вот что такое Maya. And you know that Nimi Maharaj again. И вот Nimi Maharaj спрашивает. Ятритам Айшварим Майям Дустварам Акритатмави Таранти Анжаха Стулодхио Махарша Идам Учатам. О Махарши. О Махарши. И сейчас я спрошу у вас, как очень просто избавиться от майи, от ее влияния. Майя? Ишвар Майя? Ишвар Майя, Бхагаван. Дустарам, it is impossible to cross. Дустарам, это невозможно ее пересечь. Дустарам Акритатмави. We are not Критатмави. Акритатмави, we are not successful. Мы находимся в таком вакууме, и Ними Махарадж спрашивает, и это майя, как очень просто мы можем пересечь, избавиться от влияния майя, можешь ты сказать нам путь, как это возможно? Our brain is not fine brain. Наш ум, он недостаточно совершенен. Hey, Maharshi. О, Махариша. Can you give up? Can you? Можешь ли ты сказать нам об этом, как можно пересечь, избавиться от влияния майи? Now, Prabuddho. И вот. Кавир, Хавир, Антарикша, Прабуддо. Прабуддо следующий. Один из следующих Йогендр говорит, я подробно не буду это обсуждать, поскольку очень много что осталось, а времени мало. И вот Прабуддо говорит, что эту майю ты можешь пересечь очень просто, если прибежище у Садгуру и будет слушать о Бхагават-татве. Мы должны приблизиться к Садгуру с вопросом, искренним вопросом. Если у вас нет такого самого вопрошения, то вы не можете надеяться, что станете успешными. Если нет такого вопроса, как сказать, потребности в высшем, то вы не сможете стать успешным. В Бхагаватам Веданта Сутра говорится, very nice point in Vedanta you can find. Vedanta, Atharva Brahma Jigyasa. В Веданте говорится Атхарва Брахма Джигьяса. It's first point in Vedanta. Это первое сутра Веданты. Atharva Brahma Jigyasa.
Атма джигьяса, брахма джигьяса – это главное. Очень важно, если у вас нет такого самовопрошения о том, кто вы, как Санатан Гасай, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, но все же он спрашивает, «О Господь, кто я? Почему меня мучают эти тростные страдания? Как? Кто я? Как я получаю столько боли в этом материальном мире? И как же обрести наивысшее благо? И такой вопрос, если у вас нет такого вопроса, вы не можете надеяться, что вы станете успешными. И вот Прабуда советует. Sabde parechan isnatam brahmani upasamasva. You can approach such a guru. Ты должен найти такого гуру. Who is both, you see? Кто? Sabde parechan isnatam. Имеет эти два качества. And sabde brahmani isnatam in words. Тот сведущ в писаниях и знает все. Sabde brahmani. Sabde brahma значит шастра. Knowing all siddhanta. Он знает всю сиддханту. Шабда Брахма, Парабрахма means. Парабрахма значит Верховный Господь. Supreme Lord Himself coming in Сам the Верховный form Господь, of sound incarnation. Он может снизойти в форме звука. Это Шабда Брахма. И также Верховный Господь, у него есть свои личные спутники. Сабде паричани снатам. You must approach such a guru who is both, you know, versed in Shabda Brahma. Найти такого гуру, который он сведущ в писаниях и имеет такое чувство к Верховному Господу. А откуда это прямое чувство к Господу может возникнуть? От служения Ему. Когда вы всем сердцем служите Верховному Господу, тогда вы можете получить возможность, что Господь дарует вам такое чувство к Нему, иначе нет. И вот майявади, они не могут получить такое прямое чувство к Господу, поскольку они не хотят служить Господу. То есть они сами считают себя Господом, что я Брахма, вы Брахма и все остальные, кому служить. So it is written in Bhagavatam. И вот в Бхагаватам описывается, о Господь, Брахма говорит. Они возвышаются все выше и выше, но после этого они опять падают. They ignore the your lotus feet. They don't like to serve. That's why again they fall down. Игнорируют твои лотосные стопы, они не хотят служить тебе, и поэтому эти майявади опять падают. Вот эти слова значит упасам значит такое лекарство, которое позволит избавиться от чего-либо. И вот внутри сердца Садгуру, кто следующий в шастрах и имеет чувство такое глубокое чувство к Верховному Господу, то в нем нет ни капли майя. Его не нужно ничего из этого материального мира, он не стремится ни к чему. И вот Прабуддха говорит, вот царь, я скажу тебе, прими прибежище у Садгуру, и он научит тебя. Татро Бхагават Дармано, татро Бхагаватано Дармано Шикшет. So you have to learn about ты должен узнать о Бхагават Дарме. So татро Бхагаватано Дармано Шикшет Гурватма Дайвата. From that kind of Sadguru, where you know, all the 24 hours is engaged in service. Постоянно занят в служении в себе.
Шрила Прабхупада говорит так, ты должен принять прибежище у такого садгуру, кто все время непрерывно, всегда занят в Бхагавад-севе. Ты должен принять прибежище у такого садгуру. Шрила Прабхупада говорит это. Амаяя анубритва джвайсту шед атма атма духари. Амаяя мин? Амаяя значит без желания. У вас не должно быть никаких желаний. Амая значит без майя. Майя значит какие-то желания, анархии, надежды на что-то материальное. И искренне, очень искренне вы должны служить такому саду, такому гуру. Что значит савадана? Мота значит саваданумани. Вы должны служить лотосным стопам Гуру Вайшнава. Если какое-то отклонение или ошибку совершили, это плохо. И вот. Будьте внимательны, Прабхупада говорит, только и только, если вы практикуете эту Бхагавад-дарму под руководством садгуру, Анувритта, значит то, что Гурудев дал нам. Не делать то, что мы захотим, а под руководством Гурудева только. Мы должны служить Прабхупаде так, как он хочет. Если Гурудев дает нам какое-то наставление, мы должны следовать ему, слушать. Омайя анувритта яисту шед атма атмадохари. И тогда Верховный Господь будет доволен вами и захочет отдать самого себя вам. И без иллюзии, без майя, без... Вы должны следовать желаниям Гурудева, говорить то, что он делает, не отклоняясь от этого пути. Если следуете этой Бхагавад-дхарме, то тогда вы обретете полную милость, поскольку Верховный Господь он станет очень доволен вами и говорится. И тогда Кришна он хочет отдать себя вам. So ucham tapahas titikchan chamounam sadhyayam arjavam brahmacharjam ahinsancha samatyam dando sangayo. There are so many procedures also. Саучам, значит, здесь вот внешняя чистота и внутренняя. Тапа, тапа, тапася. Тапася. Титикша means there is such situation that you should become angry. But still, то есть иногда такая ситуация происходит, что вы как бы должны гневаться, но вы не гневаетесь, вы равнодушно относитесь к этому. Титикша называется мауном, значит вы не хотите говорить и слушать ни о чем, кроме Харикатхи. So, sarva, you know, saucham, tapaha, stitikshancha, maunam, sadhvayam, ahjavam. Sadhvayam, значит, под руководством Гуру Вайшнавов вы должны изучать все. Бхагавату, читание Чайтамриту, читание Бхагавату, вы должны читать. Арджаван, мане, you must catch. Арджаван, значит, you must catch. The track of вы должны следовать пути вот этой, истины. Вы Because не можете говорить ложь, поскольку абсолютная истина, Верховный Господь. So you cannot speak и вы не должны говорить лжи и говорить так.
Арджавам мин? Арджавам, значит, всегда вы находитесь в... No, never you like to go into compromise with anybody. В этом, гармонии с Верховной Истиной вы не можете идти на компромисс с ложью. Компромисс значит, нужно отставить хорошее, принять что-то плохое. Подумайте очень глубоко. Компромисс, что значит компромисс? Если вы хотите идти на компромисс с какой-то там другой, как сказать, миссией, которая непонятно чем занимается, то есть нужно... Компромисс в этом случае значит принять что-то плохое и оставить хорошее. И поэтому настоящие гуру вайшнавы, они никогда не идут на компромиссы с ложью. Шрила Прабхупада никогда не шел на компромисс ни с кем. Of seva of my Shyam Sundar. Is a vital question of seva of my Shyam Sundar. Никогда не шла на компромисс относительно служения своему Господу. Чандравали, они никогда не встречались там, не обсуждали никаких компромиссов, они всегда служили Кришне своим собственным образом. Никто никогда не шел ни на какие компромиссы с остальными. И вот на пути чистой преданности подумайте снова и снова. Вы должны думать, что у кого-то может быть какое-то пристрастие, как сказать, при... Ну, какие-то неправильные представления, но на пути чистой преданности, если вы идете на какой-то компромисс, то это чистая преданность, она осквернится, она уже не будет чистой преданностью. И поэтому брахмачарья, не должно быть никакого вожделения, это брахмачарья, ахимса. If this word, this ahimsa, if you explain, это слово ахимса, если объяснить, long time it will take. Это долгое время займет. It will take long time. In front of me, I see this brahmachari doing wrong. Передо мной я вижу какой-то брахмачарья занимается какой-то ерундой. Not doing according to scripture. Но не действует, не следует брахмачарье как следует, если как сказать, позволю ему заниматься тем, что он занимается, это дживахимса. Получается, если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, если я буду молчать, это химса, это насилие. Если ваш сын перед вами делает, занимается какой-то ерундой против Бхагавад-дхармы, вы молчите, это тоже химса, это дживахимса, насилие. Вы должны сказать ему, что есть что, наставить его на должный путь. Иначе, если мы все знаем, но не предупреждаем вас о последствиях этих ваших действий, это дживахимса. Шрила Прабхупада, как он объясняет это слово? Дживахимса. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада объясняет, это очень невероятно. Вы не можете представить, насколько глубоко. Yes, it's so nice conception, очень fine conception. So, ahimsa samatyam mean equal sign. Ahimsa samatya значит equal sign. You should have equal sign, not без пристрастия должно у вас быть. Now question is there. Вот вопрос. Samatyam mean. This samatyam mean equal conception, equal sign. Now all outside people they are fighting with us. Люди посторонние с нами могут спорить, что вы говорите харикатху, и потом я прошу есть вас с этими обычными людьми, вы говорите невозможно, а почему? Вы же говорите о самадаршане, о таком беспристрастии, но это глупо, они не знают. Саматья даршан, беспристрастие, это не значит, что мы должны оставить наш вайшнавский этикет, наш ачарон, наши принципы. Саматья даршан значит беспристрастие,
к тому, что мы должны понять, мы должны чувствовать, что в каждом живом существе Кришна пребывает. Но это не значит, что какой-то ачарья, Шрила Бхакти Сиддханта Госвами Такур Прабхупад может сидеть есть с всякими шудрами, чандалами, но это не самодаршана. Это не право. Поскольку в Гите Бхагаван дает все наставления, как что поддерживать, всему следовать. Мы не можем не следовать этому. Сейчас какие-то политические лидеры, они очень глупые. Они не знают ничего. Они даже вот какой-то министр организовал еду. Не просад еду в каждой школе, как бесплатные эти обеды. Мой вопрос, что за министр такой, откуда он идею такую взял? Поскольку эти ученики, они как бы какие-то брахманы там, какие-то кшатри, какие-то вайшнавы там могут быть, они все вместе не могут есть. Это будет нарушение варнашрамы. Это просто какой-то глупый министр. Это из этого может разрушиться варнашрама дхарма. Это неправильно. У вас нет права разрушить варнашрама дхарму. Если вы думаете, что вы министры можете из-за этого нарушить варнашрама дхарму, вы отправитесь в ад. Поскольку варнашрама дхарма установлена самим Кришной. Кто-то там готовит какую-то рыбу среди этих учеников. Может, там вегетарианцы какие-то, как вы их можете всех вместе там кормить. Это доказывает, что этот министр просто идиот. Он так может разрушить социальную систему варнашраму, которая присутствует без пристрастия. Не значит, что вы можете там не следовать ничему. Без пристрастия, значит, вы должны чувствовать, что в каждом творении Бхагаван, Верховный Господь, Он пребывает. That doesn't mean you can leave everything. Это не, но это не значит, что вы можете оставить все правила и предписания и весь этикет. И вот Господь говорит об этих правилах и предписаниях, но суть в чем, что если у вас есть возможность служить чистому преданному садгуру, то автоматически все обретете. In gist speaking, you have to sankirtan, sravanam, kirtan, dhyanam, shravanam, kirtanam, dhyanam, everything, all about Supreme Lord. Все, вы должны думать, размышлять, медитировать на Верховного Господа, поскольку Верховный Господь, Он являет различные лилы, и также мы должны говорить о явлении Господа Шри Кришны. Джанмаштами, Радхаштами, Ваманадвадаси, Рамановами и всем остальным праздникам мы должны следовать. One word I can speak. If you are intelligent, you can understand. Саванам китам дхянам хари радбута кармана, I already speak. But after that one talk was secret. После этого еще говорится. Что любое действие, какое вы совершаете, оно все должно быть для полного удовлетворения Верховного Господа, для Кришны, для Акила Чаштитам. Что значит, когда вы спите, это тоже вы должны спать для удовлетворения Шри Кришны. Это тоже, поскольку вы отдыхаете, для чего? 2 o'clock, you can get up and do. Чтобы встать с утра и повторять харинам, служить Господу. So tadarthya means for the satisfaction. И вот тадарthya значит удовлетворение Верховного Господа. Все ваши действия не должны быть направлены на это. Спите, вы едите, смотрите куда-то, омываетесь, слушаете, все должно быть.
Все должно делаться для удовлетворения Верховного Господа Шри Кришны. И если вы смогли достичь этого уровня, то вы успешны. Janma karma gunanancho tadartha akhil chaschitam. Bas, this way. You can come out successful. И таким образом вы сможете стать успешными и развить огромную любовь к Гуру Вайшнавам. You can feel tremendous love for Guru Vaishnava. And it is the usual, you know, habit of Guru Vaishnava. Это правило Гуру Вайшнава. We have seen in our own life. Я видел в своей собственной жизни перед Гуру Махараджем. Один преданный пришел. Старший преданный. Его брат в Боге Сатья Говинда Махарадж или Шанта Махарадж или еще кто-то. Шридхар Госвами Махарадж, ему Гурудев, он иногда ходил к Шриду Шридхар Махараджу. И мы видим, они сидят и говорят о Бхагавататве. Шрила Сридхар Махарадж говорит, он Шрила Пури Махарадж отвечал, и так они обсуждали что-то. Они часы за часами могли обсуждать и после этого. А также Шри Чайтанья Махапрабху в Гамбхире, он непрерывно говорил, слушал Харикатху. Он просил Сваруп Дамодару говорить снова и снова. Сейчас уже поздно, нужно уже идти, поскольку Говинда разгневается. Отдыхай. Что значит он отдых? You know, when you are speaking Harikatha, it is very interesting. Now you leave. Вы настоящий отдых. Вы оставили меня, Сварупа Госвами и Рай Рамананда. Вы оставили меня, я сойду с ума. Это не отдых. Шри Чайтанья Махапрабху говорит об этом. О Гамбхире Лиле, в Нилачалакшетре я позже могу рассказать. Випраламба Баба, только они могут понять эту Випраламбу Бабу, кто получил полную милость Гауранги. И вот Випраламба Баба, только они могут говорить о Випраламбе, кто получил милость Шри Чайтанья Махапрабху, иначе это невозможно. Prabhupada speaking, Bhaktivinoda Thakur speaking, Chaitanya Mahaprabhu, you know, your Gurudev also. So nice feeling, they getting full kippah. Otherwise not possible. If you can memorize some philosophy, you can, то есть, если просто запомнить какую-то философию, невозможно говорить о Випраламбе, только если у вас есть такое чувство, тогда это возможно. И вот эти преданные, когда они встречаются с друг с другом, можно найти прекрасное чувство. Когда один преданный встречается с другим, они... Go on hearing Bhagavad Jasaha. Bhagavad Jasaha means all of glory. Bhagavad Jasaha, значит, они говорят о славе Верховного Господа. Паваном Бхагавад Джасаха. Why? Почему? They try to satisfy each other. They try to satisfy each other. So mitho roti, mitho tushti, nibritta mitha matmana. They go on speaking Harikatha. Each other they are enjoying. They get satisfied. И вот они говорят о Верховном Господе, как сказать, их сердце наполняется блаженством. И когда они получают такое экстатическое чувство, иногда они начинают танцевать, иногда плакать. Это часто происходит с чистыми преданными. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он один, иногда он смеется, иногда плачет, иногда кричит или бежит куда-то, танцует. Вы не можете понять его настроение чистого преданного. И поэтому
Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати говорил, не пытайтесь слишком близко подходить к чистому преданному, иначе вы сможете совершить какую-то ошибку, не понять его должным образом и упасть. Один из учеников Шрилы Прабхупады спрашивали: «О, Прабхупад, мы хотим получить разрешение от вас идти, пойти получить даршан Бхактисиддханта Бабджи Махараджа». А Шрила Прабхупада сказал: «Нет, не нужно. Почему? Мы хотим получить его даршан. Нет, вообще не нужно, не ходите к нему. Вы можете неправильно понять то, что он делает, и отправиться в ад из-за этого». Не каждый, далеко не каждый может понять то, чем он занимается. Это проблема в этом. И перед Голки Шрила Прабхупада Махараджем, вам Шрила Прабхупада Махараджем, Шрила Прабхупада никого не позволял к ним идти. Джагадиш Прабху, кто он такой? Бхакти Пратиптитха Махарадж, он первый, кого Шрила Прабхупада отправил в Европу. И когда он был грехастхой, работал этим школьным учителем, и по милости Шрила Прабхупада, не сам, а пошел к Голкеша Бабджи Махараджу, он принес арбуз ему. Голкеша Баба никогда ничего не принимал ни от кого. Если кто-то что-то давал, он сказал, положите его в кучу и все. Иногда коровы приходили и смотрели фрукты, едят, они ели их. Бабджи Махарадж не ел ничего. Но когда Джагадиш Прабху пошел туда с арбузом в руках, Голкеша Дас Бабджи Махарадж, он антарьями, он знает все. Он встретил его, усадил, спросил, откуда пришел. Он сказал, что Бимала Прасад меня прислал, что ты принес. Арбуз давай. Обычно Бабджи Махарадж никогда ничего не принимал, а тут говорит: давай, давай. И вот он усадил его, я хочу услышать какой-то киртан от тебя. И Голкеша Бабджи Махарадж, он спросил, я хочу услышать киртан от тебя. И после того, как киртан, он спросил, кто твой гурудев, у кого ты принял прибежище. И он сказал, что я еще не принял прибежище. Почему? Поскольку... You already told you are coming from Bimala Prasad Saraswati. Сказал, что ты Бимала Прасад Сарасвати приехал с Майпура, да. Then why you say that your диксха is not over? Ты диксха еще не получил диксху. Я думаю, ты уже получил диксху, поскольку ты приехал с Антардвипа. Антардвипа — это место самопредания, это главное при диксха. Vital secrecy of all диксха is submission. Главное секрет всей диксхи — это самопредание. Но сейчас самопредания нет, то дикши там раздают как пирожки. Это проблема в этом, но главная суть дикши — это полное самопредание. Если его нету, то дикши не происходит. Хотя такое 100% самопредание, оно не сразу происходит, дикша — это такой постепенный, долгий путь. И Голкеша Дас Бабджи Махарадж говорит: как ты не получил посвящение? Я думаю, ты уже получил посвящение, поскольку ты пришел от Бимала Прасад, да еще и Сантардвипа, как ты можешь говорить, что ты не получил посвящение? Слышал ли ты харикатху от Бимала Прасада? Да, значит, ты получил посвящение. Значит, если ты слышал его харикатху, значит, ты уже получил посвящение такого сиддханта. И вот этот Голкеша Дас Бабджи Махарадж, любой приходивший к нему, он просто просил, чтобы его не беспокоили, и все. И вот таким образом, иногда, качит рудати отчита чинтая, качит хасанти, Нанданти, баданти, алоукикаха, нриттанти, гаянти, анусилаянти, аям, бхаванти, тушим, параметта, невритаха. Sometimes they become dumb and deaf. Oh, Maharaj, cannot, because he gone, passed away. Иногда такой преданный может глубоко погрузиться в Кришна-лилу.
и стать внешне как немым и глухим. Вы можете вызвать, но погружен в Кришналилу и не отвечает на ваши вопросы. Шринивасачарья три дня он не отвечал ни на что. И люди были удивлены, как он три дня не говорит ничего, не двигается. Раньше он, вот три дня назад, он сел повторить Харинаму, замер, может, он оставил тело, кто может сказать. И Гурудев, кто? Рамачандра Кавирадж. Рамачандра Кавирадж, он пришел и посмотрел на состояние Гурудева, и все ученики были очень взбудоражены, обеспокоены. Он сказал: не беспокойтесь, я посмотрю, чем он занимается. Он сел перед Гурудевом, начал повторять Харинам, и он тоже ушел в Кришналилу, и ученик тоже туда ушел. И он увидел, что он Гурудев ищет на Ямуне, он ищет эту сережку с кольцо с носа Радхарани, и он искал его, ну это три дня искал, и поэтому не приходил в себя. И вот он встретился там в духовном мире с Гурудевом, он рассказал, что тебя все ждут, и после этого так или иначе он нашел этот кольцо в нос, отдал Радхарани и вернулись они. И вот смотрите, это не шутки, я не говорю какую-то ложную философию, все это такое, такие свидетельства прямые. И если вы получите такое чувство, то тогда вы сможете понять. И вот они иногда плачут, зовут Кришну: «О, Кришна, где ты?» Как Мадхавинапури плачет. И вот Мадхавинапури плачет. «О, Матхуранат, кадавалага шахидам тадлока катарам» плачет. I like to go to you. Я хочу отправиться к тебе. You cannot understand. И вот Мадхавина Пурипад так плачет. Sometimes laughing, sometimes crying. Иногда смеются, иногда плачут. You know, sometimes you know speaking something like mad. Sometimes become dumb and they cannot answer. This way, those are pure devotees. They are conditioned. They are. You cannot understand the mood. You can misunderstand. И вот таким образом не всегда можно понять настроение, чувства чистых преданных, и поэтому Шрила Прабхупад говорит нам, что мы не должны слишком близко приближаться к чистым преданным, иначе можем найти какие-то недостатки, какие-то несовершенства, и это будет причиной нашего падения. И Ними Махарадж опять спрашивает, так много вопросов. Nimi Maharaj now asking, Narayana Vidhyanasya Brahmanaha Paramatmanaha are Nishtam Arhato No Bhaktum Juyam Hi Brahma Vittama. What is the Nishtha? The procedure we can know. And so many questions, people are actually, people are now answering this way. И вот следующий Югендра отвечает, putting question, giving answer, giving so many examples, but we have no time to discuss, you know. So Abhirata speaking, karma, karma, vikarmeti, veda, vada, no, laukikaha, veda, svachai, swaratmatvat, tatrama, janti, surayo, paraksha, vada, vedayam, Баланам унусасанам карма мукшайо кармани видхатте хи агадам ятха. This is so many instruction we are getting, and after that, you know, Naraji Maharaj, Drumil, Chama, so many advice, you see, I have no time to discuss so many things. This way, you can remember the sequence. И вот вы можете помнить, когда Васудев в Двараке, Нарада пришел и... You can remember. Then in the background, we Нараджи Махарадж speaking, I can speak same thing, what your question,
I like to speak the same thing what happened long ago. So now this way we got this topics, you know, Navajagendra and Nimi Maharaj. You can remember. This way actually Vasudev Ji Maharaj, you know, Navajagendra, there are so many. How we can understand who is devotee, Bhagavan, Supreme Lord. Ну, в общем, Нарада рассказал вот об этой истории с Навайогендрами, вопросы Нимми Махараджа, какие признаки Господа преданных и прочее, прочее. Also, you know, here we can find one nice shloka here. Есть прекрасная шлока. You know, very nice point here. We can Karvajan speaking. The in different yuga, different kind of, you know, worshiping. В различных югах различные. Виды поклонения, поскольку царь Нимми Махарадж спрашивает. Вот Верховный Господь, он являлся в различных югах, различных этих формах, как ему поклонялись. И вот я буду просто читать. Kritam teta, kritam teta. Kritam mane satya yuga. Kritam значит satya yuga. Kritam teta da parancha kali riteshu keshava nana varna vidakaro nanaivo vidhinye jate. You know, kritam teta da parancha kali riteshu keshava nana varna vidakaro Nanaivo vidhine jate. Out of that I can speak krite in Sattayug. Krite suklo chaturvahu jatilo valkalambara krishna jino po vitaksham vibradhanu kamandala. Manushastu tada shanta nirvaira surhida sama jajanti tapasa devam samena chadamena cha. Details actually in Satyug by tapasya and by Tetayug yagya and Dhaparyug actually Arshan and Kalu tad Harikirtana. Вот тут перечисляются эти виды поклонения в различные юги. В Кали-югу это Харикиртан, в Каликал во время явления Кришна Варнам Тиша Кришнам Санга Пангас Астапаршадам Джаггайр Джаггай Шанкиртана Пайар Джагантихи Сумеда Саха. This look, I need explanation, I can explain. And also, there is one sloka, different sampradaya, they explain different way. Есть одна шлука, которую все сампрадаи объясняют по-разному. Но мы, гаудии, мы объясняем эту шлоку в пользу Шри Чайтаньи Махапрабху. А те, кто поклоняется Раме, они объясняют эту шлоку в пользу Рамы. Шлока is very nice. Поскольку, и вот, это in очень Bandana прекрасная шлока в Бандане. Сада парибабанам авиштадухам тиртаспадам сивавиринчанутам сараньям дитатихам панатапала бхавадипутам банде махапурусате чарнарвиндам стактаду стаджа сурепсита раджалакшим дхармишча арджавачаса жадгадраньям Maya megam daitapsito annadhava. Maya megam daitapsito annadhava. Bande mahapurusate charana rabindam. These two shlokas, вот эти две шлоки, those who are worshipping Rama, те, кто поклоняется Раме, they worship this way. Они этими we go here, we шлоками поклоняются. We this shloka, а мы объясняем шлоки, эти шлоки по-другому. Я в какой-то день объясню более подробно. И вот Вишвана Чакравати объясняет, что другие комментаторы, они по-другому объясняют. И вот здесь говорится Рам. Говорят, что Рамачандра оставил все, ушел в лес.
Stakta sudhistajya surepsita rajyalakshim dadimishta arjava chasa jadagadaranyam. This shloka. So now actually, after that, you know, Karbhajan giving conclusion that Kali is topmost. Why? И вот следующий легенда говорит, что век Кали он наивысший. Why Kali is topmost? А почему? Because Kalim Sabha Jayantvarja Gunagya Sarvagina Yatru Sankirtanenna Iva Sarvahu Svartha Avilabhate. Kali is topmost because all you know you can, поскольку all you can get. Вы можете обрести все. Because в эту Кали-югу, поскольку is topmost. Why? Because by sankirtan you can get. С помощью санкиртаны можно обрести все. То, что вы должны были обрести через спустя долгое и долгое время, спустя десятки тысяч лет баджана, может вы достигнете успеха или не достигнете, но санкиртан всегда успешен. Калин сабаян тварджа гунагья сарвагинаха. Though Kali is full of и хотя Кали он полон проблем. Калоу доса нидхер раджан нинам. Калоу доса нидхер раджан нинам. Нинам. Then, what you can get? Санкиртан, through санкиртан. И через санкиртан можно достичь успеха. Only through sankirtan. Только с помощью санкиртана можно стать успешными. That's why Kali is topmost. Поэтому век Кали наивысший. Yatro sankirtane naivo sarva sartho vilapati. Sarva, anything what you want to get, you can get by sankirtan. Bhakti, prem, everything. То есть с помощью санкиртана можно обрести все, что вы желаете. This way, all you know, those you know people, then Sattayu, те люди, которые находятся в Сатья-югу, даже полубоги, они хотят явиться в эту Кали-югу. Kaling, you know, krita adishu praja rajan kalu ichanti sambhavaha. Even those praja, those who are living in Kali, in Satya-yuga, they also express their desire to take part in this Kali-yuga. Поскольку это особая Кали-юга. So krita adishu, krita adishu mean? Krita adishu значит Satya-yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga, все они. Krita adishu mean? Сатаджу, Тетаджу, Дапар, все жители всех этих юг, они хотят родиться в Кали-югу, поскольку китадишу праджараджан калоу ичханти самбабаха, they like to take birth in this Kali. Why? Почему? Калу вавишванти нараяна параяна. You have the chance to sing the glories of Харинама. Есть возможность воспевать славу Харинама, поэтому. And also, Karbhajan speaking, there is extraordinary facility there in Kali Yuga. Особенность, особая возможность Kali Yuga. Какова? Why? Devarsi bhutapto ninam pitrinam na kinkaro nayam rinicha rajana sarvatmanaja saranam saranyam gato mukunya parit kartam. And this Kalikal, и в этот Каликал, если вы совершаете Харинам Санкиртан, то рождаетесь, вы находитесь в долгах, вы должны служить Риши Муни, отцу, матери, обществу, дживам. Когда вы только родились, у вас сразу множество обязанностей, но если вы совершаете Харибаджан Санкиртан, то Нарда говорит, вы не ответственны больше ни за что. Единственная обязанность у вас совершать Харибаджан и больше никому ничего не должны, не обязаны, ни то, ни сё. Девоси бхутатнинам питринам на кинкаро наям ринича раджана сарватманаджа сарнам сарнням гатому мукундам парихит каттам. If you are 100% inclined and take center of Krishna, all duty, приняли прибежище у Кришны, то все ваши обязанности, все долги заканчиваются.
исполняются сами по себе. And here also следующее говорит, что мы думаем о Бхагавад-дхарме. You know the glories of Bhagavad Gita. Знаете, already I told you. Слава Бхагавад Дхарма. Даван нимилитова нетре на скалит на патит иха. If you shut down your eyes, если закройте ваши глаза и побежите куда-то, приняв Бхагавад Дхарму, то вы никуда не упадете. No fall down. You are not going to fall down. Anyway. What does it mean? И что это значит? Даван нимилитова нетре мин. Если вы идете куда-то с закрытыми глазами и бежите, то вы все равно не сможете упасть. Почему? Что это значит? Вам не нужно больше. Это значит, что вам не нужно больше заботиться о какой-то социальной какой-то деятельности, о телесной, вообще о чем-то. Бхагавад-дхарма это все, как сказать, компенсировать. So, Devarshi Bhutatmani Nam Pittinam Na Kinkara Nam Renicha Rajana Sarvatmana Ya who is 100% inclined и те, кто полностью преданы, исследуют этой Бхагавад-дхарме, они достигнут успеха. У вас нет никаких обязанностей. Если у вас какой-то пожилой отец, то если вы полностью преданы Господу, то все автоматически исполнится. И следующее. Обычные люди не могут понять. Сапада мулам бхаятаха приясо тактан нававасса харихи парешаха викарма жакчо утпатитам катханчит дхану тисарвам хидисан нивишто. A positive point. We must keep hope. Мы должны надеяться. Карбаджан говорит, Бхагавад-дхарма настолько уникальна, если вы что-то делаете, вдруг совершили ошибку, упали, то все же вы не пойдете там, ну, совсем не пойдете. Но при условии, что вы Ананья Шаранагата, Ананья значит, нет ничего, кроме Кришны. Вы всегда думаете о Кришне, но из-за каких-то признак плохих привычек, but now not doing bhajan. Вы чем-то занимались чем-то плохим, но под влиянием вот этой прошлой кармы опять это случилось с вами. Slightly. Yes, again doing mistake. Doing Krishna bhajan. То вы совершаете Кришна бхаджан, но совершили какую-то ошибку. Но Вишвана Чакравати говорит. Bhajati mam ananna bhag. Those who are doing bhajan. Те, кто совершает бхаджан Анандабхаг, значит, не думает ни о каких полубогах и прочего, но из-за своих прежних привычек, так или иначе, опять совершили ошибку. Но что делать? Не значит, что не надо его выгонять или еще что-то с ним делать. Кришна говорит, что очень скоро он восстановится, я помогу ему. Bhajate mam ananna bhag. For them, no need of any expiation. Не нужно никакого, как сказать, искупления. I'm there. Я с ними. Я в их сердце я исправлю. But you cannot make confusion. Different kind of people. They use this point in a very negative way. To support their own bad habits. Negative. Кричат, что поддерживают свои дурные привычки. Я уже сказал, вот подобный вентилятор. Если вы выключите вентилятор, то он все равно под влиянием инерции вращается. Still for some time you can. То есть какое-то время вентилятор вращается. You can rotate. That you know rotation is not same. Оно не то же самое. As you know when the fan was on. Вращается включенный вентилятор. Другое уже электричество там нет, оно не вращает. Но согласно по инерции, оно так или иначе вращается все же. И сейчас также этот предмет совершил какую-то ошибку. But I'm there. Но я с ним, я помогу ему.
So you cannot find fault. И вы не можете найти в нем никаких ошибок. But those who are, you know, но те, кто using this point, используют very negative вот эти шлоку в негативном плане, что мы совершили ошибку, можем опять делать это. Плохо, если вы там постоянно, каждый день совершаете такие ошибки, это другое. So here it is written, и здесь говорится, мулам бхаджата приясья, one devotee is supreme lord, что тот преданный, Господь видит, что какой-то преданный совершил ошибку, но всегда поклоняется ему. Савадам улам бхаджата приясья, тактанна бхавас, бхава, тактанна бхавасья, харихи паресья. Харихи паресья, without Hari, he is not going to worship anybody. Без Хари он поклоняется никому, кроме Хари. But sometimes somehow make one mistake. Bikarma jaccho utpatidam kathanchit. Be careful this time. Будьте внимательны, что так случайно. Somehow this mistake done. Тогда эта ошибка случилась. Bikarma jaccho utpatidam kathanchit. But by chance some mistake done. Krishna speaking. Это Кришна говорит. I am responsible. Я ответственен за это. Я очищу его сердце очень скоро. Внутри сарвам хиди саннивишчо. I am there inside his heart. I can clean. Я внутри его сердца. Я очищу его. Саду рево самантьябьо саммак бевосито ишиса. Krishna giving instruction to Arjuna. Krishna дает наставление Арджуне. О, Арджуна. Be careful. Будь внимателен. Саммак бевосито ишиса. His brain. His heart is well organized. Somehow making mistake. Somehow. Прекрасно. То есть если он совершил какую-то. Саду рева саманда. Как сказать, ошибку случайно, то. You have to speak this way. Саду? Yes, some mistake has done. Говорит, что он саду. Может, он совершил какую-то незначительную ошибку. Саду рева саманда бьё. Саммак бхавасито ижо. That doesn't mean Otherwise you can confuse Maharaj. Это просто для таких, как сказать, простых преданных. Big fall down from Acharya position. То есть кто-то может пасть с положения Ачарьи, но что тогда говорить о обычных людях? This way you see, now actually we are going to discuss about this, you know, 24th guru in front of, you know, Uddhava. Следующая тема. Кришна Бхагаван говорит. You can remember the situation last time when Jaduvansa all gone. Вот когда помните, яду когда все ушли из этого мира, то Кришна он сидел under a tree под деревом. Very tranquil. Then Uddhav searching where is my Prabhu. Уддав он искал Кришну и наконец-то его там нашел. И Майтрея Муни он тоже пришел в то место. After that, Bhagavan и после этого Бхагаван Шри Кришна начал говорить Бхагаватату. And Uddhav also was asking so many questions in front of Prabhu. Много вопросов у Господа. Because Bhagavan Sri Krishna wanted to keep Uddhav as a topmost acharya. Сохранить Уддаву как ачарию, как лучшего ачарию. Bhagavan Sri Krishna он хотел назначить Уддаву ачарьей в этом материальном мире. И дал ему такое наставление. И после этого мы видим. And you know, Bhagavan Sri Krishna giving answer, and Bhagavan Sri Krishna speaking this way about 24 gurus. You know, 24 gurus. You have one guru, Sadguru. Maybe you have. У вас есть Садгуру. And that Sadguru giving you. И этот Садгуру он дает вам мантра. Мантру. Харинам, дикша. Харинам, дикша. So through Харинам, дикша, we can expect. Мы можем надеяться. That you have got. Что вы получили какое-то осознание. Если нет осознания, нет дивья-гьяна. Прабхупад говорит, если нет дивья-гьяна, то какую дикшу вы получили?
Вы говорите, получили дикшу. Kind of что за дикша такая? No, если нет божественного знания, дивьягьяны в вашем сердце, что хочет сказать Шрила Прабхупад, что без дивьягьяны мы не можем сказать, не можем говорить, надеяться, что мы получили дикшу. Дикша значит, это дивьягьян. Объяснение дикши. Но мы не находим этих признаков в вас. Как это возможно? Какая дикша тогда? Now there is another вот kind of, you know, guru. Следующий гуру. Это Шикша гуру. Дикша гуру is one and unique. Дикша гуру один и уникален. He cannot take диксу from five guru. Нельзя дикшу получить от пяти гуру. He cannot take диксу from five guru, from one guru. Один садгуру должен быть, и если ваш гуру упал, то следующий гуру, то следующий пал, то третий опять пал, и это проблема иногда случается. Так. Один из моих братьев Боги, он так три раза принимал разные гуру, они все падали, и в итоге он принял прибежище у Шрилы Бхакти Прабхупады Пури Госвами Махараджа. And Guru Maharaj give kippa, then he will. Гуру благословил его, получил у него посвящение. They want to give you kippa, but also you have your right to. Гуру хочет даровать вам милость, но у вас также есть свои обязанности, как нужно принять эту милость должным образом. If you have no capacity, then если у вас нет способности принять эту милость, как ее принять? И вот. Следующие 24 вида гуру есть. Шикша гуру в шастрах описывает, что шикша гуру может быть много. Даже те, кто парамахамсы, каждом шаге они что-то узнают новое. Те, кто парамахамсы, они всегда парамахамсы, они никогда не видят никаких недостатков, но они говорят, что вот от этой пчелы, это мой гуру, смотрите, с какой энергией они, с каким вдохновением они собирают мед, летают годами, собирают мед, а тут кто-то приходит и все забирает, весь мед, который они собирали несколько лет. И таким вот я получаю такое... Учение, что это пчела, она как бы собирает такое уважение, почтение, деньги, а потом кто-то берет и забирает это все. Все это зря происходит, вся их там многолетняя работа, вся идет зря. И так, вот, земля, это земля, сколько терпения у нее есть. Издеваются над ней. Кто-то проверяет эти водородные бомбы под землей, кто-то копает котлованы для высотных зданий, но земля все же терпит и ничего не говорит. Кто-то может сказать, что ты материя, как что она может сказать, но... To Kamrup Kamakha. Но вот если пойти в Камакхе, то может там найти это. You can get symptom that full Mataji. Как сказать, признак это. Санатан Гусай. В Камакхе можно найти вот такого. Олицетворенной форме. Санатан Гусай. Бхагаватамрите описывает, что эти Санат Кумага, они получили Камагайтри в этой Камакхе. То есть они, Йога Майя, она дала им Камагайтри, и они достигли успеха. И вот в Камакхе там, такие же признаки, как у женщины, и как это возможно. So don't disbelieve. Don't try to. There's 25 different kind of, you know, guru there. Много видов гуру. Кто? Actually, Дататрея. Lying on, you know. Он лежал на земле. Doing next to nothing. Он ничего не делал. Actually, how? И как? Яду. Яду. Asking question in front of.
спрашивали. Яду. That Yadu in the destiny of Krishna. Яду в династии, Кришны. Яду. Яду asking so many questions. Они спрашивают так много вопросов у Дататри Риши, о Риши, как ты чувствуешь себя, как ребенок, не беспокоишься ни о чем, ты ничего не делаешь, ничего не, ты настолько прекрасен, настолько силен, лежишь день и ночь, он обычно ни с кем не говорил, лежал как этот, как питон, просто как мертвый. That's why we speak the Ajagar tapasya. Ну есть такая такие тапасы, которые этим занимаются, просто лежат без дела и как бы внешне ничего не делают. И вот, но они поняли, что он великий преданный, и спросили: «О, Риши, что ж ты лежишь и ничего не делаешь?» И он начал отвечать: «О, мои дети, смотрите, у меня есть 24 гуру, где мы тут одного не видим, откуда 24?» А он сказал: «Я учу, получаю учение от всех, смотрите, я вам расскажу, вот эта земля, смотрите, сколько страданий ей приносят, вы должны стать более терпеливыми, чем земля и деревья. Какое огромное терпение у них, ветер, воздух. Ветер, когда он дует, он собирает, переносит запах с одного места на другое, но этот воздух, он не привязан к этому запаху. Bayu doing everything, but no attachment. Он делает все, но не привязывается ни к чему. Акаш, небеса, пространство, космос, насколько они бесконечные, они никогда ни к чему не привязаны. Вода. Без воды мы не можем очиститься. Это одно из качеств воды. So pure, like crystal. Насколько она чиста, подобно кристаллу. Если вы примете омовение в воде, тогда вы очиститесь. То есть вода очень чиста, нужна. То есть это качество чистоты, она имеет агни. Чандра, Раби, Капот. Pyra, one kind of bird. Один из этих. Ajagar, python. Ну, птица какая-то. Питоны, океаны. Патанга, insect. Патанга, такое насекомое есть, которое прыгает в огонь. Оно знает, что умрет, но все же прыгает. So due to different, you know, из-за beauties, you know, красоты. All, you know, born is all running. Jump into fire. Вот этого мира обусловленные души, они стремятся прыгнуть в огонь, они чем-то привлечены и стремятся к этому. Питон, он лежит без всяких усилий, всегда удовлетворен, и по желанию Господа, если что-то приходит мимо его рта, проходит, он это ест. Патанга значит такое насекомое, которое прыгает в огонь, оно знает, но оно не может остановиться от этого. И вот смотрите, эти пчелы, я уже говорил о них, сколько энергии они посвящают день и ночь, чтобы собрать мед, и кто-то приходит и забирает всех соты с медом. И this way, by so honeybees, we are going to learn. So don't try to deposit anything. Ну от них можно знать, что что-то накапливать бесполезно. From elephant, what you can от слона, что мы можем узнать? Слон. Sea elephant. Слониха. Behind sea elephant, he elephant runs. За слоном обычно бежит за слониха и так может попасть в какую-то ловушку. From fish, от рыбы, что можно узнать, что рыба в озерах или реках, рыбаки, они на крючок прикрепляют какую-то приманку, и когда эта рыба ест, хватает приманку, то
этот крючок, она цепляется за крючок и ее вытаскивает из воды. Если вы слишком жадны, то также в такую же проблему можете попасть. От Харина, оленя, что можно узнать? Они всегда стремятся на звук, когда охотник играет на какой-то флейте, то эти олени подбегают к нему послушать и попадаются. Мин, fish already I told you. Куробо, чил, банча. Это. In sky. Now actually kururi, kururi one kind of bird. Это такая птица. One day and very and baby kururi. Это птица. This is small bird. Одна же такая птица. Somehow manage one piece of flesh. Она. Piece, one piece of flesh. Кусок мяса где-то нашла. And running to sit one place very. Полетела. I enjoy taking. Чтобы где-то поесть это мясо. И вот большие птицы за ней полетели. That bird become very frightened. Why they are? Птицы испугались, что они за мной летят, я в воде ничего плохого не делал, что они мне убить хотят. И вот она, пока летала, из ее клюва этот кусок мяса упал. И все птицы, они полетели к этому куску мяса. И эта маленькая птичка поняла, что вот почему они пытались меня убить. То есть они вот за этим куском мяса охотились, они за мной. Будьте внимательны. Лапа Пуджа Патишта, если вы думаете об этом имени, положении, уважении, то это причина смерти может стать. Если вы не говорите харикатху ради самоудовлетворения, ради почести, ради уважения, то никто не может вам ничего сделать. То есть, если можно видеть, какие-то сражения происходят ради Пратишти, то уйдите с того места, пускай они сражаются, убьют друг друга, а вы занимаетесь своим баджаном, не нужно лезть в их дела. Я от Гурудева узнал это, что пусть сражаются, ругаются, мне это не нужно. По милости Кришны вы можете обрести все. Мадхавинда Пурипат, когда Пратишта, она... Night time. Приходил к нему, он решил уйти с того места. Кришна, actually Кирчара, Кира Чохана, stealing Кира for me. Oh, I'm a big devotee, so better I fly now. И вот он так. So is it? Мадхавинда Пури решил уйти с того места. Those pure devotees, и вот те чистые преданные, они никогда не стремятся к Пратишти, но их Пратишта даруется Кришной. Сагатана Рупа Рагунат. Все знают о них весь мир. Но они никогда не уходили из Вриндавана, они ничего не хотели. Гоу Кишода с Бабаджи Махараджа, он никуда не ездил, но все знают о нем. Кто такой Гоу Кишода с Бабаджи, Джаганнат Баба Шрила Прабхупад. You know, all different kind of teachings we are getting from 24 gurus. И вот от 24 гуру мы узнаем. We are going to get different kind of teachings. I can discuss all in details if the time permit. But actually, Pingala, this is also good. This one, you know, Pingala. These topics I must speak. Pingala means one frost. One cross. А потом проститутки, что можно узнать? Пингала, from Пингала. Пингала называется на санскрите. Cross, yes. И вот они удивляются, как она может быть гуру. Билламангал Такур thinking. И вот Билламангал Такур, он думает о том, что она моя гуру, Чинтамани.
Чинтамани – это мой гуру, поскольку если бы она не сказала такие слова в тот день, то для нее было бы невозможно отставить все и уйти. И так он относится к Чинтамани как к своему гуру, и так или иначе. By Chintamani I get consciousness. С ее помощью я обрел сознание. И Чинтамани моя гуру. But be careful. Но будьте внимательны. Гири гуру руме. This лока, that Чинтамани is not that Чинтамани. Don't try to confuse. Не та Чинтамани, которая вот. Some people get confused. That Чинтамани, that Чинтамани. No. Чинтамани, гири гуру руме. This Чинтамани is Krishna. Это Чинтамани Кришна. Chintamani, not that Chintamani. So this way, actually, now I like to discuss this point as you know, who Pingala Visha, Pingala, very nice teaching. Pingala, Krishna speaking. И вот Кришна whole говорит. Whole day Pingala, standing in gate side. Ждет у ворот. To get one customer. Чтобы клиенты, клиентов ждет. И вот всю ночь может красиво одевшись, украсившись, и вот всю ночь ждет клиента, и уже ночь кончилась практически, клиентов что-то не видать, и вот идет. И потом это надоело, она что-то поняла, что if I can worship Krishna, that Purushottama. Если поклоняться Кришне, Пурушоттама, то это лучше. Зачем мне ждать каких-то клиентов? Лучше Кришне поклоняться. That day Pingala took decision. В тот день эта Пингала она решила, что я выкину все украшения и прочее. И с этого дня я буду пытаться служить Верховному Господу и посмотрю, что случится. И с тех пор она стала преданной Лакшахира. В случае с Лакшахирой она получила всю милость Харидас Такура, стала великой преданной. Мы все хотим принять пыль с ее лотосных стоп. Я не говорю, это описывается там в читании Бхагавате, читании. И все великие ачарьи, они хотели принять пыль с ее лотосных стоп. Она была просто проституткой. Как это возможно? Yes. Барабара маханто тад, барабара маханти тад дасанате жанти. Is it in there, Chaitanya Bhagavata? И вот читание Бхагавати говорит, что все великие ачарьи, они хотели обрести милость от Лакшахиры. Это не шутки. Будьте внимательны. И также в один день я могу рассказать о том, что значит Сиддхадеха. Как Вайшнав может стать апракрита, трансцендентным. Это очень сокровенное. Люди говорят иногда, что сидда, как это, признаки каковы, что Вайшнав, он трансцендентен, это не какая-то философия, как это может доказать практически. Я в будущем это расскажу со всеми свидетельствами о том, что как можно говорить, что Вайшнав чистый, он апракрита, он трансцендентен. И сейчас смотрите, Лакшахиры. From Lakshahira, what we learned? Что мы узнали? In our heart, что в нашем сердце, in our heart, Pingala Visha is there. Всегда есть такое настроение. Pingala Visha is what there, okay? But one type of, you know, small, you know, Pingala Visha is there inside our heart. To get Patishtha, money, say everything. То есть, how to get rid? У нас в сердце есть какая, как сказать? Ну, какое-то стремление к уважению, почтению, к деньгам, к богатству. Надежда к нам, какие-то не вечные вещи. Если у вас нет желания, то тогда вы сможете стать счастливыми. Поскольку если у вас есть какие-то желания, то вы будете разочарованы этими желаниями. Now different kind of how you can make guru, how you can make guru. Uddhava speaking.
whom to make guru. Krishna speaking, you see, what is the symptom of your guru? Krishna говорит о признаках гуру. Малавикьян гуру сантам, сантам упасито мадатмага. You can approach such a guru, who has a big experience about me, all tattva vigyan knowing. Меня, всю татву обо мне, прямое и прямо и косвенно. Тот, кто шанта, шанта значит, он полностью удовлетворен, у него нет никаких желаний, поэтому он шанта. И Кришна говорит Удаве, о Удав, когда ты спрашиваешь о гуру, я могу сказать, что тот, кто... Джей Кришна Таттабетта Сай Гуру Хайш. Чайтан Махапрабху speaking. Ваше читание Махапрабху говорит. Джей Кришна Таттабетта, who is knowing all the mysteries, знает всю науку о Кришна Лиле, он есть Гуру. И тогда в Рамануджа Сампрадая можно свидетельство такое привести из Рамануджа Сампрадая. Алвар был такой там. How he was giving punishment by Narayana. Он был наказан Нараяной. I can speak all in details after. Я в будущем вы там расскажу. He insulted one sutra, was sleeping. Оскорбил какого-то шудру, который спал, прикоснулся к его ногам. He became very angry. Why you sleeping? Разгневался, ты что тут спишь? Я тут воду из Кавери хочу взять. He insulted. Он оскорбил его. After that, и после этого Нараяна проклял его. Temple door closed. Don't allow. Двери храма закрыты, не позволяйте. Как это? Big temple gate closed. Двери закрылись. And those, you know, и те преданные браманы начали плакать, что, о Господь, что случилось, кто закрыл? Но никто не закрыл, и сами закрылись. И тогда голос небес раздался, что он совершил оскорбление лотосным стопам моего преданного, назвал преданного шудры. И, как, и что же делать? Семь раз ты должен нести его на своих плечах, семь раз обойти его с этим преданным на плечах. А это там храм большой достаточно, три километра примерно в диаметре. After that, и вот после этого Нараян простил этого Алвара. Don't think that he is chandal. То есть не думайте, что он чандал, если чандал станет саду вайшнавом, то мы будем почтение ему выражать. И вот каждый день я вспоминаю Джагай Мадхая, прошу их о милости, поскольку они более больше милости Гуранги получили, чем я. Кто я и кто они? И каждый день я произношу имена вайшнавов и Джагай Мадхая также. Они очень возвышены, они получили милость самого Нитянанды и Гуранги. Они великие преданные, и мы должны помнить их, что они уже не Джагай Мадхай, они исправились. И вот их титул Мадхавананда Бхадьяй, как-то так. Джагай это такое, как сказать, прозвище как неуважительное, типа кличка какая-то, есть такое более уважительное имя. И Удав спрашивает, какие же признаки саду? Какие признаки саду? И признаки саду таковы. И Кришна говорит, о Удав, так много признаков саду. Но главное, in Chaitanya Charitamrita you can find there are 24 different qualities. Читамрите говорится, есть 24 разных качества. 26, not 24. 26, точнее. 26 different kind of qualities you can find. 26 разных качеств вайшнава можно найти, но не то. A Vaishnava have countless qualities like Krishna. Бесконечное число качеств, как у Кришны.
И вот Сиддханта такова, что Кришна Бхакта, у него бесконечные качества, которые есть у Кришны, но кроме нескольких, то есть они не могут расалилу совершать и творением заниматься. То есть Кришна Бхакта, преданный Кришне, он может иметь все качества Кришны, кроме каких-то особых сил, которые только Кришне присущи. So out of that 26 qualities, и вот среди этих всех 26 качеств, one quality is pivoted quality, center point. Without that есть главное quality, качество, без которого все остальные бесполезны. Yes. That is Krishna Ekasaram. Это Кришна Экасарам. То есть это такая безраздельная, беспримесная преданность Кришне. Все Кришны, если этого качества нет, то все остальные, они, которые могут иметь материальные люди даже, но они бесполезны все. Но это качество главное, Кришна Экасарам, оно важно, а все остальные, они не имеют значения. И вот все читания Читамрити говорится по признакам саду. Крипалу ракрита доха ститикчу сарвадехинам сатья сваро анабадьятма самаха сарвопукаракаха камай ахата дхир данто Медуху сучи ракинчанаха, анихо, анихо, митабху, санто стиро, матчарано мунихи. Туа прамотьо, гамбиратма, дхитимано, джито садагунаха, амани манадаха, калпо майтра, кароникаха кави. So many qualities. I can discuss about these qualities tomorrow. Today night. Завтра that я буду говорить об этих качествах. I cannot promise. Actually, I can, you know, as a, I turn my page. I can speak tomorrow. Today, page here and they are gone. I can speak tomorrow. Tomorrow I can speak the 8th chapter also, very important. Завтра будем говорить о 8 главе 11 песни, о том, как брахмачари, саньяси, обычные люди теряют их терпение в баджане. И Кришна дает наставление им. We can discuss all this point. Завтра будет. Yashit Maya, how to cut, как избавиться от майи, как... After that, Krishna giving advice about, you know, Kal. Call you know time factor everything Maya all in details. So vancha kalpataloshi ke pasin bevacha patitan and pavane bhyo Vishnu bhyo. Kaye no vacha manasindiye no va udvat manava anusrito sabava karoti yad yad sakalam parasmai Narayaneti samarpayetha vancha kalpataloshi ke pasin bevacha Патитанам Павлем Бо, Вишна Бьо.